Как зовут? София и Ульяна, и... Ну, и другая. У нее тоже красивое имя, да, такое необычное, да. У третьей девочки? Третьей? Ты же сказала, три девочки. София, Ульяна и... А Ульяна меня ставит сзади. И твои яйца. Да? О, Тёма наш сегодня спортсмен. Давайте, я хочу с мамочкой. Но ты же не так выступал. Что, у тебя палец болит? Без шапки не прикладывает. Ну, покажи какую-нибудь фигуру. Как ты выступал, покажи. Сегодня 9 декабря. Соревнования должны были начаться в 15:50. Я пришла за 10 минут. Но Тёма уже выступил. Ты на меня идешь, так тебя не видно. Бабенко Алексей, подойдите, пожалуйста, к судейскому столику. Судья подготовит оценки. Оценки показать. Оценка первого судьи 3,9. Оценка второго судьи 3,5. Бабули типа опоздали. Он поклонился. Шустренько, молодец. Судьям подготовить оценку. 4-0. Ух ты. Оценки показать. Оценка первого судьи 4 балла. Оценка второго судьи 3,9. Оценка третьего судьи 4,1. Оценка четвертого судьи 4 балла. Оценка пятого судьи 4,1. Ваша оценка 8,02. Спасибо. На поезд приглашается Лакета Евгения, готовится Крючко Лилиана. Девочка, смотри, какая вышла.